Чао, господа! Именно так приветствуют друг друга люди во Вьетнаме, но я приветствовал всех первое время по привычке и на автомате нихао. А в этом видео вы увидите мое первое впечатление о Ханое. Признаться, я был удивлен такому количеству европейских туристов. Так же, как я стал валютным миллионером всего за одну минуту. Кстати, это уже третий раз подряд. Первые два раза это было в Южной Корее. Также побываем в настоящей вьетнамской квартире, посмотрим на быт местных жителей, прогуляемся по местным улочкам, совершенно случайно зайдем на вещевой рынок, и, естественно, многое другое. И да, друзья, лучшей благодарностью для меня будут ваши подписки, лайки, комментарии и репосты вашим друзьям. Всем мир, приятного просмотра. Сейчас я иду по центру, я так понимаю, Ханоя. Тут очень интересно, есть тут какая-то своя изюминка. Сейчас я буду снимать это все. Как в Китае. Движение, конечно, тут просто, блин, жесть. Я, конечно, не знаю, как на самом деле, но с первого взгляда кажется, что это просто какой-то хаос. Это прям самое жесткое движение, которое я видел. Даже в Индии не так жестко, как здесь. Ну, хотя, может быть, конечно, Индия может посоревноваться с Таиландом, ой, с Вьетнамом. Итак, я иду искать хостел, где можно скинуть шмотки, принять душ после долгого путешествия. Так, я иду снять хостел, где ждут меня друзья. Ко мне должен еще приехать через денек, может завтра, может сегодня, не знаю когда. Друг из Аргентины, аргентинец, обещал, что я могу пожить у него. Поможет мне с выбором байка, и я отправлюсь через весь Вьетнам на юг Вьетнама. Может быть, доеду до Камбоджи, если успею, если будет время. Ну а пока наслажусь Ханоя. Однозначно, пока что Вьетнам мне прям нравится. Может быть, это из-за того, что я долгое время жил в Китае, и он мне успел надоесть. А может быть, правда, здесь что-то в этом есть. Не знаю, посмотрим. На самом деле, в центре, я вот сейчас в центре всего минут 5, а европейцев здесь очень много. Прям похрена европейцев. Люблю. Это много белых, много европейцев. Я решил свернуть в небольшую улочку. Ну, прям здесь жесть. Охренеть, столько байков я нигде не видел. Это реально страна, где прям очень-очень-очень много байков. А вы знали, что во Вьетнаме тоже шьют шмотки? Такие заводы, как такие производители, как Adidas, Nike. И здесь должно быть как в Непале, но пока что тут я не вижу такого количества, как в Непале прям. Но, возможно, есть какие-нибудь целые рынки. О! Корейский, японский, корейский, японский, корейский, японский. Отлично. Обычно, где корейцы и японцы, там интересно. Например, в Варанаси. Вьетнамские звери. Напали на меня. Хороший, хороший, хороший. Тут еще попугай есть такой. Привет, тоже напасть на меня хочешь? Что-то европейцев здесь настолько много, что они ходят организованными колоннами огромными. Пластик. Фига себе, дерево прям в доме растет. Круто. Ну круто, мне нравится, где там. Говорят, здесь самый вкусный кофе в мире. Пойду пробую. Тихо. Красотка. Конечно, такой настоящий азиатский трешачок тут. Все-таки, что ни говори. Столица. Центр столицы. Так, мой хостел где-то здесь. Значит, вот здесь остановились мои друзья, и здесь же остановлюсь я.
Hello. Bon appétit. Думаю, 1.5 миллиона подойдет. Миллионер. Миллионер. Масштабный, да? Да. Как сейчас 1.5 миллиона считать? А тут сразу тогда был по 500 тысяч, то есть. Думаешь? Да. Я просто даже не представляю, как выглядят деньги. Вы $500,000. 500 тысяч. 200. И два по 50 тысяч. 1.5 миллиона. Заебись, чё. Как мне забрать? Все. Теперь карточка остается у тебя. Эй, где моя карта? Да. Чё это за хуйня? Excuse me. Блин, а куда она делась? Что ты здесь был? А нажми красный чат. А я нажимал. Нажимаю, ничего не происходит. Ну, короче, тебе нужно что-то нажать или то, или то. Что-то тут говорит пис, наверное, хочется нажать. Ну, типа, это, пожертвуйте денег. Дайте денег. Дайте денег, не хочу я, дайте мне мои деньги. Верните мне мои деньги. Тебе нужно что-то выбрать. Я понимаю, что мне нужно что-то выбрать. Я не хочу. Excuse. What is this? How return card? Okay. Thank you. Vui lòng nhận cảm ơn quý khách. Vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ của LifeBank. Bye bye. Thank you. Так, теперь я миллионер. Как я уже говорил, байк у меня купить не удалось в связи с китайским Новым годом, но у моих друзей был байк, которым они почти не пользовались, и поэтому я им мог пользоваться сколько мне влезет. И проблем с передвижением по Ханою у меня не было. Дом. Ворота. Вьетнамского чувака. Как выглядит настоящий вьетнамский дом. Достаточно мило они в домах. Теперь мне каска спокойная. О, сэр. Я смотрю на эту банку. Excuse me, can I see? Смотри, там змея. Там? Вот это. Там. Там? Там. Охренеть, это змея. Ну а за. За. Bye-bye,
Ты уже говорил, у меня есть байк. Можешь, пожалуйста, крючку газа ебать? Вот эту? А, подожди, нет, крючку газа, он не только кнопку просто. Чуть-чуть картонируй ручку газа. Yeah. Let's go! Проедем.